клуб iBlogger. Это клубный сервис, который реализован на базе многофункционального Telegram-бота, и наш бот автоматизирует большинство бизнес-процессов и позволяет экономить время. То есть бот реально простой, удобный, с помощью данного инструмента можно выстраивать огромные сети, да. У меня рекорд вообще, то есть в работе с ботами, 172 тысячи партнерская сеть за один год. То есть я считаю, что это классный ресурс, классный инструмент, можно выстраивать, ну, реально большие сети, да, управлять этими сетями, да, с помощью инструментов, которые предлагает наш клуб. То есть таким образом вы сможете поставить, скажем так, рекорды в индустрии MLM, в индустрии сетевого бизнеса, да, то есть здесь можно реально ставить цель, то есть несколько тысяч, несколько десятков и даже сотен тысяч партнеров, да, в командах, то есть это реально, то есть я это на своем личном опыте, на своей практике протестировал, и протестировали это мои партнеры, да, которых я звал в те или иные проекты, которые были на базе бот, то есть 10 тысяч участников, да, то есть пользовательскую сеть выстроить вообще не проблема, если у вас уже есть навыки, да, если вы ставите, скажем так, амбициозные цели, задачи для себя, то есть с помощью нашего инструмента это можно реализовать. Итак, что вы получите в клубе? Первое, вы получите практическое обучение онлайн-бизнесу. Далее вы получите команду единомышленников. Вы получите инструменты для продвижения своего бизнеса в интернете. У нас мощная партнерская программа, далее мы о ней поговорим. Есть у нас приватные чаты для прокачки вашего бизнеса. Также у вас появится возможность отправлять и получать донаты. Причем донаты вы сможете получать, если правильно все выстраивать, то есть если генерировать полезный, интересный контент, то вы сможете получать до нескольких сотен тысяч рублей, да, ежедневно. То есть здесь очень большой потенциал в плане финансового дохода, да, заложен в наш клуб, в наш бот. Также у нас есть 12 бизнес-площадок. Бизнес-площадка B1 начинается со 100 рублей. То есть можно вообще, то есть, ну, со 100 рублей обычных, да, начать двигаться, зарабатывать, разбираться в нашем клубе, то есть и вырасти, да, то есть до профессионала, соответственно, в продвижении и заработать очень хорошие деньги. То есть дальше B2 у нас 200 рублей, B3 500 рублей и так далее. До 500 тысяч рублей, то есть у нас есть бизнес-площадки. Суммарный вход 888 тысяч 800 рублей. То есть я думаю, что пройдет время, да, и будут такие ребята, кто будет на таком входе находиться, на таком статусе, да, соответственно, вот в эти входы, да, то есть самые крайние, да, B12, B11 и B10, уже будет, ну, по секрету вам скажу, да, что туда будет добавлено. Туда будет добавлена возможность запуска своего проекта, то есть полноценный проект, ну, аналогом является наш клуб, скажем так, да, то есть на своем личном опыте, зная, что возникает желание себе что-то подобное иметь, да, то есть такой инструмент было бы классно иметь самому в конечном счете. То есть, соответственно, в эти крайние пакеты как раз будет включена разработка бота, да, то есть у вас будет свой собственный инструмент, благодаря которому вы можете выстраивать большие сети, да, и этими сетями управлять. То есть чем, соответственно, больше вход будет, тем просто будет более, скажем так, пакет под ключ. Вот. Но, соответственно, моя рекомендация какая на данном этапе? Так как у нас идет предстарт, и так как у нас матричный маркетинг, да, здесь есть понятие переливы, есть понятие обгоны. Соответственно, максимально быстро рекомендация дойти до статуса B9. Это суммарно 88 800 рублей. На статусе B5 у нас есть уже создан буквально вчера приватный чат, куда, соответственно, я буду максимально уделять внимание, да, для того, чтобы тем партнерам, кто зашел, да, минимум на B5, это 3800 рублей, чтобы, соответственно,
у этих партнеров появились максимально быстрые результаты. Но рекомендация такая: максимально быстро делайте апгрейд до статуса B9. 88 800 рублей. То есть это можно сделать по факту двумя способами. Либо просто деньгами зайти, да, либо зайти на какой-нибудь статус, там, ну, уже все зависит от вашего бюджета. И, соответственно, далее с заработанных денег делать апгрейд и переходить по статусам выше и выше. Какая же у нас партнерская программа? То есть у нас все максимально просто. Я люблю вообще простоту, краткость и так далее. У нас есть партнерская программа, в которой три вида бонуса. Это все максимально просто запомнить и все максимально просто транслировать на других участников, то есть на тех потенциальных партнеров, да, кого вы хотите пригласить в клуб iBlogger. Первое, у нас есть 45% от донатов личных подписчиков. То есть, когда кто-то по вашей ссылке регистрируется, да, вы сразу же моментально получаете 45% от стоимости бизнес-площадки. Допустим, вы находитесь на площадке B9, 88 800, да, у вас кто-то подключается также на B9, вы сразу же получаете 45% за личную рекомендацию. Да, около 40 тысяч рублей сразу же идет к вам на баланс. И в первую линию вы можете приглашать неограниченное количество людей. По 45% с каждого из них вы будете получать. Как может происходить? Допустим, вы сами зашли, например, на B9, 88 800. Кто-то у вас подключился на B1 на 100 рублей, вам пришло 45%. Дальше этот человек сделал донат, перешел на площадку B2 за 200 рублей. Вы сразу же опять получили 45%, да, но уже от 200 рублей. И так далее. То есть ваши люди будут двигаться со своей скоростью, а вы будете с этого получать, соответственно, с каждого личного подписчика по 45%. Здесь никаких ограничений нет. Можно выстраивать первую линию там в несколько тысяч человек, то есть, опять же, используя интернет-ресурсы, да, используя контент-маркетинг. Второй бонус, мы получаем 5% от 30 мест на бизнес-площадках. Представим, что вы подключились в бизнес, кто-то по вашей рекомендации, либо переливом от вышестоящих партнеров к вам попадает на место в площадку, да, вернее, занимает бизнес-место на площадке, вы получаете сразу же 5% от стоимости бизнес-площадки. И так далее. То есть второй человек у вас становится в следующее место, дальше ниже, ниже и так далее. То есть 30 мест каждого из них вы получаете по 5%. То есть все зависит от того, какое это бизнес-место, а стоимость его, соответственно, по 5%. Я думаю, здесь тоже максимально все понятно, просто доступно. И третий вид бонуса. С помощью данного бонуса можно зарабатывать очень большие деньги, да, если выстраивать сеть. То есть, если вы выстраиваете большую сеть, то у вас будут ежедневно, то есть, очень большие доходы. Как данный бонус работает? Представим, что вы присоединились к нам, дальше у вас появился первый личный подписчик, да, он занял место на площадке, с него вы получили 45% за личную рекомендацию и 5% за место на бизнес-площадке. Система спросит, кто тот человек, под кого он стал? То есть это вы, да? Дальше система спросит второй, как бы, шаг алгоритма, да? Кто у вас 5 вышестоящих пригласителей? То есть первый пригласитель – это тот, по чьей ссылке вы зарегистрировались. Второй человек – это тот, кто зарегистрировал вашего пригласителя и так далее. Вот все эти 5 человек получат по 5%. Дальше, у вас появился, например, второй лично приглашенный, да, вы с него также получили 45% и 5% за место на бизнес-площадке. Опять система спросит, кто тот человек, под кого он стал, это вы. И система спросит, кто у вас 5 вышестоящих пригласителей, и опять им начислит по 5% от стоимости площадки. Соответственно, когда у вас появляется, допустим, третий человек, вы с него также получили 5%, ваш лично приглашенный также получил 5%. И система спрашивает, кто тот человек, под кого он стал. Это вот ваш непосредственный, там, допустим, первый лично приглашенный. Дальше система спрашивает, кто у него 5 вышестоящих пригласителей. Здесь уже оказываетесь первым вы в этой цепочке, да, и 4 других вышестоящих, да. Соответственно, всем по 5% будет начисление.
И так далее, друзья. Я думаю, здесь все понятно, да, как этот бонус работает. Давайте еще раз разберем на другом примере. Вот у вас появился уже там где-то в глубине человек, да, с него вы сразу же получили 5% то, что он у вас оказался в ваших 30 местах на бизнес-площадке. Система спрашивает, кто тот человек, под кого он стал. Это вот этот человек, да? И, соответственно, дальше система спрашивает, а кто те 5 пригласителей вышестоящих, да? Это вот этот человек, и вы, и еще 3, да? И таким образом вы уже в этой цепочке, да, находитесь вторым пригласителем, вы также получаете 5%, и, соответственно, всем 5 пригласителям будет начислено по 5%. Вот благодаря командному бонусу можно зарабатывать очень большие деньги, то есть здесь ну, очень большой потенциал заложен в этом маркетинге. Соответственно, рекомендация основная какая? Приобретать себе максимальное количество бизнес-площадок, особенно потому, что сейчас идет предзапуск, предстарт, то есть мы только запускаемся, да, чтобы, соответственно, ваша команда вас не обгоняла, да, чтобы вы не пропускали их на бизнес-площадках этих людей и не теряли с них доходы, старайтесь занять большее количество бизнес-площадок. Включайтесь активно в процесс. Все те запланированные вещи, которые, то есть, про которые я вот эти 10 дней говорил, они реализуются полностью, да, мы видим, что функционал программистами дорабатывается, то есть все четко, все по графику, все по плану. У нас сформировалась сетка мероприятий, каждое утро в 9 утра у нас командная небольшая планерочка на 15 минут, чтобы все были в курсе, да, что происходит в нашем клубе. Вторник, четверг у нас проходят такие презентации, на которых вы сейчас находитесь. И с января, да, по средам у нас будет обучение. Как раз практическое обучение, благодаря которому вы сможете максимально эффективно создавать, продвигать и монетизировать свой контент. Друзья, я благодарю каждого, кто присоединился сегодня к нашей презентации. Будет буквально через несколько минут видеозапись, да, которую вы сможете отправить тем подписчикам, кто, соответственно, не смог присутствовать в онлайне. Поэтому включайтесь активно в процесс, зарабатывайте вместе с клубом iBlogger, создавайте, продвигайте и монетизируйте свой контент. Желаю каждому успеха. Увидимся на следующих наших командных встречах.